Здравствуйте. Пять. Что? Мама мне звонит, а у меня что-то... А у меня... Алло. Да. Ты забыл, что ли, как они одеваются? А, так вот. Через себе не было нормально. Я не смогу нагнуться. Догнись ты. А вы правильно одеваете? Вы же неправильно одеваете. А как? На локотники и на коленники это разные. Что это? Я поэтому и спрашиваю, говорю, вы правильно одеваете? Дима, я же тебе показал, что нужно одевать. Ты что, не видишь, что ли? Хорошо, давай вторые. Где вторые? Вот. Это что? Это на локотники. Разница-то есть? Чуть меньше, да. Ты затягиваешь. Вторую также. Слушай, я без тебя разберусь как-нибудь. Я сейчас, блядь, съеду, реально. Я не могу уже. Чего ты не можешь? Ну слушай, ты твой за голос. Ты психами надоел уже. Сядь и жди. Шлем не болтается. Ты можешь не шевелить ногами? Я еще сейчас. Шлем болтается, Дим. Я поверю. Шлем болтается, так не пойдет. Эта херня-то, кто ее выдернул и откуда?
Здравствуйте. Все нормально, все нормально. А, я не туда пришла, но вот сюда бабка. Надо пойти потуже, чтобы было. Чтобы потуже было. Пусть болтается хвостик, главное, чтобы потуже. Там-то как-то что-то хорошо получилось. Многолетние цветочки. Они луковичку там оставляют в земле. И из этой луковички потом вырастает вот растение. А дома они, по-моему, все ясные. Но срезаны это, конечно. Все, давай. Давай только смотри, чтобы это. Далеко от меня не уезжай. А? Далеко от меня не уезжай. Пешеходному на ту сторону.
зеленый, давай на зеленый. Давай, 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 давай. А куда едем? Прямо. Прямо по дороге. Это по дороге было я. По дороге. Там женщина идет, осторожно. Слева скорой. Thank you.
направо. Прямо чуть правее. Давай, давай, давай. Бегом, 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 бегом.
Ну да. Я там уже был. Вот это новые колодки. Чтоб через поребрики не прыгать. Thank you.
Дима, вот сюда сейчас, вот сюда, вот сюда. По дороге езжай. И сколько еще? Кеша! А? Там тупик. Где? Я так не видел. Ну это тупик для машин. А для нас нет? Для нас нет. Не знаю. А это что такое? Не знаю. Так. Здесь аккуратно, Дима. А? Аккуратно здесь. Тут, Дима, грязно. А? Грязно упадешь. Грязно? Да, следствие велосипеда. Я лучше пойду пешком. Лучше пешком, да. Блять! Вы на рыбалку? Нет. Ну да, наверное. Thank you.
тротуар заезжай. Сейчас на дорогу выйдешь. Меня очень сильно трясло. Я понял. Я догадываюсь, что... Вы тут тоже едете? Да. Только я на давай потихоньку спускайся. Давай, давай, Дима, езжай, 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 езжай. Тормози! На кочках тормози! Быстро не разгоняйся! По
Поехали, 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 поехали. Быстро не разгоняйся, говорю. Бочки объезжай. Грязно там, нет? Посмотри, там грязно, нет? Лёд, блядь. Ты пешком иди, я проеду, ты пешком иди. Да. Лёд какой-то, блядь. Я за тобой. Молодец. Вася не предупредил ни хрена, что там лед, блядь. Ох, Вася, Вася, ведь все хорошо, все нормально. Оказалось, что Дима в сандалиях, блядь, или в чем он там? Вот-вот, блин. Приехали тоже. Васе привет передай, Дима. Васе привет передай. Кому? Васе Кронду. Дядя Вася, привет тебе из-под мостов. Сухо, говорит, там нормально. Ладно, поехали. Да, сейчас самое страшное будет. Да. Это будет моя самая грязная поездка. Это будет моей... Это
А нет, здесь сухо. Вася, и на этом тебе спасибо, что здесь сухо. Вася, спасибо, говорю, что здесь хоть сухо. Дяде Васе спасибо, что здесь сухо хотя бы. В ямы не влетай, в ямы не влетай. Или ты слез, да? Я пешком пошел. Я понял. Все, садись, поехали. Давай, едь. Ты впереди. Я тебя обгоню. Спокойно. Сейчас я посмотрю, как я. Право, прижимайся, машины сзади. Это ж дорога. Две машины. Едь, едь, едь. Я впереди. А? Надо ехать впереди, чтобы ты меня снимал. Чтобы я тебя прикрывал, да, сзади. Нет, снимать это одно, прикрываю с собой, чтобы машина не это, близко не подъезжала к тебе. Поехали, поехали, поехали. Тормоза надо менять у тебя сзади, блин. Херня это, блядь, вот эти СТГшные, блядь, надо простые купить. Может, те не будут скрипеть, блядь. А у тебя тоже скрипели? Но у меня другое немножко. Сзади машина догоняет. Езжай, 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 езжай. Все, машин нет. Машин нет. Скорость побольше. Да. Там еще немножко кочки есть, потом ровная должна быть. Да. Ты меня прижимаешь. Руши, шевелись. Объезжай, объезжай вперед. Впереди держись. 30 километров в час держись. Да, тут в горку. Дима, машина! Машина! Машина, говорю! У тебя, Дима, есть круиз-контроль! Подожди, вот смотри, ты сейчас едешь, да, с одной скоростью?
на газ нажимаешь, а вот там, где скорости переключать, нижнюю кнопку зажимаешь и держишь, пока не загорится буква С. Вот, вот газ нажми потихонечку и нажимай нижнюю кнопку и держи ее. Все, отпускай. И газ отпускай. Зачем газ нажал? Я не нажимал, я тормозил. Вот, как только ты нажмешь тормоз, у тебя круиз сразу отключается. Вот чуть-чуть газ дай, зажми нижнюю, загорится буква С. И больше ничего не трогай, она сама будет ехать с одной скоростью. Вот видишь, она едет с одной скоростью. Я просто тебе имею в виду, что есть такая функция, круиз-контроль. Сзади машина. Газ, газ, Дима, газ, газ, газ. Саня, там машина есть. Езжай, 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 не тормози. Если я говорю машина, тормозить не надо. Просто нужно с правой полосы ехать, не выезжать на середину. Езжай, 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 не тормози. 30 км в час. Вот где кочки будешь тормозить. Налево. Поехали, поехали, поехали. Ну, поехали, поехали, поехали.
Поехали. Машина. Сейчас сфотографируемся. И обратно? Не, надо съездить на этот, посмотреть там место, на рыбалку-то ехать. Ставь его нормально. Ну, все, стоит. Куда пошел? Да? Сюда вставай. Дальше, сейчас посмотрим, что у нас там зарядом. Сколько процентов осталось? У меня. У меня 51. 51 вольт. 51 вольт всего, да? 83 у меня много. У меня. А что-то у тебя маловато. 52 вольта. Ну, ты видишь, ты на пятой передаче вываливаешь. 86, нормально. Я вот думаю, ты пищан, не хватит или нет? Вместе на рыбалку-то ездить. А если обратно, мне не хватит. Вот и надо посмотреть. А как ты обратно рыбалку ведешь? А? А я на педалях, значит, поеду обратно. Да не, ты едешь, почему? Будем смотреть. То есть 50% это примерно 48 вольт. Нет, 48,5 это 50% заряда. То есть если ты 49 вольт, уже надо обратно ехать. Это пока еще рановато. Поехали. Пока 51 вольт. Да. 50. Как надо сказать, 51 вольт или 51 вольт? 51 вольт.
что ждать-то? Садись, да поехал. Экономить заряд, включи вторую передачу, чтобы экономить заряд, вторую передачу. У меня первая такая, у меня 800 ватт, и на любой скорости будет 800 ватт, хоть 40 км в час, хоть 5 км в час. Видишь, она у меня все время разгоняется. Экономия батареи. Второй, Дима, полный газ на второй. С какой скоростью поедешь? Вот так и езжай. Машина! Сзади машина. Сзади еще машины. А ты так и едь. Газуй, 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 газуй. По дороге. Езжай по дороге, по асфальту. Вторая передача, полный газ и круиз-контроль. Бочка была.
Речка еще во льду, видишь, лед. Я тебя... Я понял тебя, ну третий. Видишь, у меня.
ветер встречный. Да, вот она вот здесь поворачивала, вот на этом песке. И вот здесь она упала и ногу сломала. И вон она головой летела и дерево сломала. Вон, вот, видишь, дерево сломанное. Вот. Да, бабушка головой летела и дерево сломала головой. Поэтому она, поэтому она сейчас так сильно кричит. На всех. Так, мы доехали, короче, до карьера. Там северка. Сколько вольт восстанавливается, да? У меня сколько? 59. Одинаково. Так, 73% заряда. Мы можем доехать до самого поселка. Да. Мы можем доехать до северки и обратно. И заряда тогда хватит. То есть до песчаного не хватит. До северки поехать? Или обратно? Я смотрю, там на северке. Давай туда, я не знаю, блядь, проедем, не проедем. Вот туда, подожди. Я... Сколько километров у тебя получилось? Я 21,8. Я... Сколько? 21,8. 21 километр. Ровно, да? 21. Ну понятно. Немножко и у нас. Что-то еще 44. А, и 4 еще, тогда нормально. 44. Еще. 21 и 44, да? 21.44. Вот, у меня 21.81 точно. Спидометр настроенный более-менее нормально. Бери с дороги-то. Ну, паровозик идет. Так, нам надо сфотографироваться. Я хочу помахать паровозику, чтобы он посекал. Да. Ну мы так делали. Сейчас мы стоим сфотографируемся, подожди. Так. Все. Ну все, вроде станет. Я сфотографировал уже, все. Да, у меня восстанавливается, да, вольтаж 53. Клещи, Дима, там. Там клещи. А? Там клещи, говорю. Так я не туда. Бабушка вроде тут упала, а дерево там. Вот она головой туда летела и дерево сломала. Бабушка туда не падала. Падала, она вон там лежала. Она вот здесь поворачивала. И вот этот песок сраный. Из-за него, короче, она упала. Вот из этого песка, да. Муравьи жили уже, да. Так, нам давай, Дима, доедем до знака северки. Сформулируемся на его. Там, прямо? А нет, знак-то там где-то должен быть. Там? Да, туда поехали. Там?
Да. У меня 51,1 вольт. У меня 50. Давай, потихонечку. А ты как... главное, Дима, экономь батарею. На первой! Да? На первой езжай! Да, на первой. Тут тоже дорога, ровная. Немного. А у тебя там ночью на 5 будет. Какое? Да, нет. Да? Внизу тоже. Да, это ерунда. Это серенька? Да. Еще бы чуть-чуть, и вы с бабушкой доехали. До сюда. Так мы не в северку же ехали. А? Мы же не в северку ехали. Не до северки? Мы вокруг Виза ехали. А когда-нибудь, а мы так поедем когда-нибудь с тобой? Наверное, когда-нибудь поедем. А? Не знаю, наверное. Это сколько километров? 50. Больно. Не газуй, Дима, сильно. Расходуешь энергию. А? Энергию расходуешь, машина впереди. Нет. На газ плавно нажимай. Карьер растаял, нет? Хера не растаял. И песчаная тоже не растаяла, значит. До песчаного далеко еще. 6 километров. 6. Ну, воинские, да, части тут. Воинская часть. Воинская часть, воинская. Солдаты. Зольдатан. Нет, это так, склады. А где сама армия? Везде, по всей России. Тут тоже еще льды. Но по весне, видишь, нерест ждут. Ждут нерест, рыбаки-то пытаются тут. А? Нерест ждут. Когда нерест начнется, попасть на рыбу. Когда рыба с виза начнет заходить. Осторожно, гвозди. Лед кругом. Да-да. Ну да, не до дождей. Снег тает еще. Да. Там вот знак северка должен быть. До него сейчас доедем. Фотографируешься. Давай туда вот налево. Вот на дорогу. Если они будут. У них тоже самоизоляция, блядь. Машина! На обочину быстро! Зачем по дороге едешь? На по обочине пока.
разворачивайся. И слазь. У меня еще три отдела. Колесо, говоришь, спустило заднее, да? Нет, не спустило. А у меня еще три отдела. Да. Сейчас велосипед поставлю, стой здесь. Сами против знака. Держи велик тоже. Ты смотри на меня. Смотри на меня. И подними руку. Во. Все. Все, домой. Сколько у тебя вольт? 53. Ну это нормально, 53. У тебя где-то 60-70% примерно. А что у тебя этот сон подбит? А? Не знаю. Сейчас домой, да? Дедушка, а? Куда мы сейчас? На северку не хочешь? Так нету еще рыбы-то. А, да, точно. Она еще не проснулась. Лед еще. Да. Я хочу просто понять, хватит ли у меня заряда. Меня хватает. Так. Езжай строго за мной, не обгоняй. Вот так и есть. Ой, паровой. Всем пешеходный будешь проходить, понял? Новые вагоны. Без шума. Хотя старые шуметь будут. Здесь шумят. Колесо восьмеркой. Вот это колесо восьмерка. Уголь тащит на экспорт. Я еще хочу помахать. Сейчас долго не поедет. Иди пешком туда. Иди, иди, иди. Сейчас он погаснет. На обратном пути подождем. Сейчас мы доедем до этой, до выезда с северки. Посмотреть, чтобы что-то у нас хватит, нет. Поехали.
Ты главное газ сильно не нажимай. Поворотники показывай. Да. Повороты показывай, говорю. Да. Да. Вот так. Поворотники показывать надо. Помнишь эти ворота? Да. Сколько леса завезли? Да, языком прилип. Маленький был, он новый был. Да? Когда я маленький был, он новый был. Да. Давай в гору заедем. В гору заедем, говорю. Натянет, нет меня. С новым моим весом, блядь, 10 килограмм.
там дорога что сырая сейчас? А? Дорога сырая. Посмотрим, сколько вольт у нас. Нет, надо проценты смотреть. 68%. В принципе, если я доеду до Песчаного, то там будет 60%. Да, 60%. И на обратную дорогу. У тебя 50 вольт практически. И у меня тоже 50 вольт. У нас одинаково с тобой идет расход. Я думаю, что нам хватит. Туда-обратно впритык. Но нужно ехать очень экономно. Помедленнее. Нет, не понял, Дима. Надо будет, если мы летом поедем, с удочками, со всеми делами, нужно будет экономно. Туда можно попробовать доехать. Тебя, видишь, у тебя это, тормоза скрипят, потому что еще сырая грязь, вот эта вот вся хрень задняя. Ты тормозишь задними колодками? Ну, я же обоими. Обоими тормозишь? Так, ладно, давай мы сейчас сфотографируемся. Вперед, дай немножко, чуть-чуть. Да. Хорош, стой. Смотри на меня. На меня смотри. Поехали сейчас в север. Посмотрим, где мы рыбачим. Да? Поехали. Там до грязь. До северки доехать можно. До северки можно, да. В общем, смотри, значит, 49-54 вольта. У меня 50. Тут остается 5 километров. У меня ровно 5 километров. 50 вольт. Да, мне 54. Ты понимаешь, ты когда едешь, ты резко газ, потом сбрасываешь. Газ полный сбрасываешь. Ты чуть-чуть только нажимай на курок. Она тогда будет медленнее ехать. Соответственно, экономия батареи. Тогда у тебя будет не 50 вольт, а 51. Понял? Ну, я не знаю, я могу только бежать сразу полный газ. Почему можешь? Ну ладно, поехали, да? Поехали. В северку. Поехали. Так грязно. Тут неровная дорожка. Надо потихонечку. Сейчас. Ну да. Я тут на первой поеду. На всякий случай. Ты тут на какой поедешь? На первой. Заморали. Я курок нажимаю чуть-чуть только. Еле-еле. Срезку привезли, видишь? Срезка. Вот мы так с дедушкой пилили трава. Вот эту срезку. Вот сейчас налево.
Второй начинается, блин. Еще. Еще лед, лед еще видит. Вот повернем налево здесь. Вот посмотрите внимательно, да, электровелосипедист на крутом технологичном велосипеде. А все, камушки покидать в воду надо. Там грязь. Грязь, наверное, тут. Помоем. Вот, а тут нас кто-нибудь проснулся? Посмотрите. Дима, упадет велосипед, упадет. Ты чё? К дереву. Сейчас, наверное, будет. Но, сейчас, подожди. Почему вы туда поехали? Тихо. Да, Кусь. Нормально. Катаемся. Хорошо. Добро. Ну, у меня не маска, у меня бандана есть. Ну, я понял. И что там еще надо? Документы на квартиру надо еще. Угу. Все хорошо. А это они сами сформулируют. Они сами сформулируют. Я скажу, как я хочу, да. Да, да, да. Давай. Дима, сфотографируйте. Я маме шишку привезу. Вас сфотографирую на фоне речки. Ты не меня фоткал. Я фоткал все вместе. Смотри, вот здесь же, смотри, здесь, это лед, здесь глубоко, но это лед, видишь, он растает, будет глубже. А рыбы-то нет? Ты не видел? Я тебе не спущусь ни хрена, я вон там заезжал, потуда заезжал. Собака та же самая. Вот я здесь заезжал на велосипеде. Выйди. Ой. Грязный, блин. Сыро еще. Рано. Вообще грязь. Конкретная. Молодые шишки, да? Папа, я здесь, я маленькая. У тебя есть кармашек же?
Вот здесь оставил морды свои, мальков ловил. Морды ставил здесь, но сейчас есть... На рыбку смотрим, есть рыбка, нет? Течение еще сильное, видишь? Сильное течение. Рыбы нет еще ни хрена, не вижу ее. Дима, не упади только в воду, блин, ты че? Видите, кругом снег. Дима, осторожно, свалишься туда. Думал, мокрый поедешь ты. А? Какие-то сосуды, какие-то иголочки. Ну, тает, снег тает же. Промывает его. Морды мои остались, нет? А? Морды мои остались тут? Твёрдый какой-то. Пластиковые морды мои остались тут? Да, вон они лежат. Вон бутылка, блядь, тут грязно, Дима. Мы сейчас с тобой грязи нацепляем здесь. Вон морды-то лежат. Вон там лежат, там лежат. Кто их не взял? Это что за сосиска? Ну, да, распустившиеся, с нее семена уже высыпались. Уже семян нету внутри. Все высыпались. Это я маленькая.